Это пятый. Значит, все председатели избирательных комиссий созвонились уже с первыми по числу зарегистрировавшимися наблюдателями. Поэтому сейчас каждый председатель выберет своих троих, которым он звонил, созвонил. Ну, первый по списку, да, вперед, я имею в виду. Вы знаете, кому звонили, кто первый, кто второй, кто третий. И пригласим вас для наблюдения на участок. Поэтому, пожалуйста, восьмой участок, все да, у меня начинаю. Номер один. Так, номер один. С паспортом, пожалуйста. Кто номер один у вас? Вчера председатель созвонился. Номер один. Фамилия. Кто номер один? Давайте номер два. Давайте. Потом отдадут? Номер 4, номер 4, Сергей Иосифович, на готове. Все, хорошо, так, участок 9. Да, значит, я вижу тут аккредитация, согласно журналу аккредитации наблюдателей, я тоже попрошу, кто аккредитировался 25 числом, то есть это первое по журналу регистрации, чтобы было понятно всем, значит, да, вам звонили, что это самое. Пожалуйста. Второй, кто? И третий человек, который я аккредитовал. Вы 20-е. Ну ничего, 26-го вы это. Далее. Проходите. Можно вопросом задать, пожалуйста? Вы являетесь председателем избирательной комиссии? Да. А как нам подойти, например, подать предложение по порядку проведения? Фотографировать протокол? Или нас вообще на территории не пустят подойти к участку? Еще раз, согласно постановлению. Я вас понимаю, да, участок заканчивается каждый день. Что касается предложений, то вы можете обратиться в комиссию и подать это предложение. Сейчас можно подойти и подать заявление. А вы голосуете на этом участке? Нет, я не голосую, я являюсь наблюдателем. Ну, вы можете подать, вот принесите, подайте заявление. Так я могу подойти сейчас к участку, подать заявление. Нет, к участку вы не пройдете, потому Почему? Что там уже достаточное количество наблюдателей. А как мне вечно протокол фотографировать? Придете, наберете мой номер телефона, я возьму у вас заявление, где вы изложите все. Так а где мне его давать? Мне отдать. Так а где конкретно вы будете? Вы подойдете сюда, и вам вызовут. Хорошо, как мне протокол сфотографировать, который вы должны вывешивать на двери? Вечером мы решим, где мы вывесим. Может быть, мы здесь вывесим, вы подойдете сфотографировать. То есть это будет в доступном, да, каком-то месте? Ну, доступен. И получается, что ну вот сейчас ребята остаются, и мы не можем подойти даже к... Ну, ведь участок – это кабинет, правильно? Коридор – это не участок. Да, ну коридор – это же не участок. Не участок, соответственно, мы... А чего вы будете в коридоре? На путинке? Мы хотим в коридоре. На участке. А это не в туалете идти надо. На участке. Это школа, это не место общественного пользования. Наблюдение осуществляется на участке, а не в коридоре. Хорошо. Поэтому, согласно постановлению ЦИК, коридор? Давайте прекратим про коридор дебат. Нету ничего. Давайте прекратим дебаты, мне надо сказать. Нет, подождите, одну секундочку, я вас очень хорошо понимаю. Давайте еще разочек. Кабинет – это участок. Да. Я с вами ни в коем случае не спорю. Я гражданин Республики Беларусь, моя школа, я здесь... Живу в соседнем доме, школа, да? Ну, я имею в виду, что я в нее входила. Я хочу посмотреть, все ли там спокойно. Я не буду заглядывать. А вы кто?
Я гражданин. И что? Каждый гражданин может прийти проверить школу, так сходите в поликлинику. Смотрите, если я граждан кодекса, мне указано, что имеет право ознакомиться с протоколом. Мне надо принять свой участок. Мы нарушим процедуру открытия участка и печатаем. Значит, участок номер 10. Пожалуйста, номер 1. Большое спасибо за вашу гражданскую позицию всем остальным. Поэтому, как только появится, если возможность свободного наблюдения на участке, председатель комиссии обязательно с вами свяжется. Сейчас, извините, мы вынуждены. Это будет информация, да? Все председатели составляют свой график. То есть, как только у него появляется, например, первый не может прийти, он звонит четвертому. Не может прийти второй, пятый, шестой, седьмой и так далее. Слушай, ну а вот касаемо протоколов, ну подходить сюда, вот все-таки если я хочу увидеть протокол, ну пока... Решим, да, то есть протокол он должен быть в доступе, это не закрытая информация. А кем вы являетесь? Председателем. А какого участка? 10-го. Хорошо, мы вас услышали, спасибо да, большое. Спасибо. Ладно.